Внучка Галины Софиулины пока начинающая пловчиха, но Катя мечтает профессионально заниматься этим видом спорта. Ее цель стала значительно ближе в прямом смысле этого слова. В микрорайоне Пролетарский открыли новый бассейн. Мы ездили в Краснокамск, ездили, ну, БМ ходили тоже, в Усть-Качку мы очень часто ездим. Конечно, дорога очень много времени отнимала, а сейчас у нас рядом совсем буквально шаговая доступность, мы очень рады. Мы уже были, два раза были тут, так что покупались, уже все оценили. Все. Очень нравится здесь, очень комфортно. В трехэтажном спортивном комплексе «Рекорд» расположились два бассейна – плавательный и развлекательный, тренажерный зал, зал единоборств и сауна. С середины февраля здесь уже занимаются воспитанники муниципальной школы водных видов спорта. В свободное от занятий время бассейн посещают жители. А в зале бокса занимаются спортсмены школы «Закамск». Мы все направления будем развивать, и наша задача сделать так, чтобы эти объекты, они стали такими очень мощными центрами физической культуры и массового спорта городского масштаба. Конечно, соревнования будут по самым разным видам спорта, не только по плаванию. Здесь будут соревнования будут по самым разным видам досуга на воде. При этом физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный бассейн отвечают самым современным требованиям. Строительство осуществляло АО ПЗСП, после чего объект был выкуплен в муниципальную собственность. Любой социальный объект, он имеет свои изюминки, свои особенности при реализации. Здесь сложное технологическое оборудование, которому уделялось особое внимание, как проектной группы, так и ребят, которые реализовывали его. Вопросам безопасности, пожарной безопасности на этом объекте уделялось особое внимание. Этот объект, он прошел государственную экспертизу. В конце прошлого года был сдан в эксплуатацию еще один бассейн на правом берегу Камы, на улице Сысольская. До этого момента практически в течение 20 лет в Перми вообще не строились публичные бассейны. Работа городских властей по строительству подобных спортивных комплексов продолжится. Уже намечены планы на ближайшие 4 года. Сегодня в бюджете города уже есть строчки, связанные со строительством бассейнов в Мотовилихинском районе на улице Гишкова, и объявлен конкурс на проектирование. И есть строчка в бюджете нашего города, связанная со строительством бассейна в микрорайоне Парковый, который тоже очень активно развивается. Тот проект, в котором мы вот сегодня вместе все побывали, он очень хороший проект, всем он нравится. Вот такие универсальные спортивные комплексы, они будут и далее использоваться в нашем городе. Пока новый бассейн работает в тестовом режиме, что позволит отладить логистику, режим работы и определить оптимальную стоимость посещения для жителей. Валерия Ермакова, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».